Давай, родимый, давай. Товарищи, мы в Ныде. Вот то, кстати, сзади меня, это аэропорт. Вот. Две песни, мы на месте. Хорошо. Не проще ли нам тогда отойти? Короче, мы что-то нас остановили. Короче, нам нужно, сейчас я вам покажу, куда нам нужно. Короче, нам нужно вот тут, туда вот. Но мы зачем-то разворачиваемся обратно. Только вопрос. А, за нами еще приедут? За нами сейчас приедет такси. Да похер. О, это наше. Слушай, я маленькое оборудование. Потом вам смонтирую очень большой кусок видео и, блядь, выложу нахер свое путешествие. Ну, не свое, а именно наше, вот с этим чубриком, короче говоря. Так что будет весело. Я такое чувство, что реально будет весело. Неночки, мы приехали. Че, кому? Неночки, мы приехали. Да фу, ты прикалываешься, что ли? Нет, ну тут нет. Доброе утро, у нас сейчас в Ныде почти 3 час утра, это, кстати, пожарная часть, а мы спим вот здесь, а? Тут две квартиры, они двухкомнатные, получается. Вот, на заднем фоне вы слышите какой-то шум в виде генераторов, правильно. Сейчас объясню правильно, это электрическая станция, которая дает свет на весь поселок Ныду. Вот. Сейчас на улице стоит такой туманчик небольшой, но ничего страшного. Ну, все равно на улице прикольно, такой как прохладно. Но оно, в принципе, видно, он как туман стоит. Если, да, по камере, в принципе, должно быть видно. Вот. Мне пока не спится, потому что, блядь, Я выспался и хочется подышать свежим воздухом. Ну и заодно, как говорится, вышел покурить. Сейчас мой товарищ, с кем я здесь нахожусь, давит. Короче, батонит, как правильно по-русски говорится, ну спит. Восемь часов. Я, скорее всего, тоже сейчас пойду за батоне немножко под что-нибудь. Какую-нибудь, не знаю, там. Какую-нибудь фигню включу и буду спать, слушать. Вот. У нас потом что? Мы сегодня ждем, когда на МЧС, на пожарную часть, грубо говоря, придет письмо. Официальное письмо с Салехарда. То, что нам нужно устанавливать оборудование, спутниковое оборудование. И после этого начнем здесь заниматься. В данный момент мы сейчас будем заниматься культурно полицией. Да. Вот. Я надеюсь, сегодня у меня получится вам показать, как это все выглядит. А, блин. 3 час ночи. Вот представьте, 3 час ночи летом, в августе. Такой вот, в принципе, рассвет уже у нас идет. Домик, конечно, я не скажу, кто такой, а ты бата, но, ну, приличный.
приличный. У них была, кстати, вот в Ныде была своя электронная подстанция, но, как нам сказали, из-за того, что вода поднялась, подстанцию это культурно просто-напросто затопило. И она сейчас просто наброшена колом. Самый оптимальный вариант, вот у них, мы вчера прибыли, ветер бы так стоял хороший, и ни комаров, ничего такого не было. Даже, в принципе, мошкары нету. Ну это ж тундра, это тундра. Как бывший перевалочный поселок для жителей, когда только начинался строить город Надым, да, вот Надым, Уренгой, Салехард, он был как перевалочный поселок. Сейчас это просто мертвый отчасти город. Осталось, может, не знаю, каких-то, ну, чтоб вам не соврать, ну, может, 1000 человек в этом, на этом поселке. Дальше, скорее всего, будет хуже, и все будут отсюда бежать. Вот. Что вам еще раз сказать? Ну, пока мы сами еще мало чего знаем, но все равно здесь очень классно и очень прикольно. Да, есть вышки, всякое такое. Ладно, всем, короче, увидимся чуть позже. В общем, уже часов 10 утра, ну, 10 час, грубо говоря. Я сейчас направляюсь к посту полиции. Ну, как обычная управляшка, а небольшая коммуналка. Но прикольная тоже. Вот. И сейчас мы там будем работать. Ну, заодно как раз посмотрим, что мы будем делать. Вот. В данный момент я прохожу, получается, с правой стороны у нас это школа, трехэтажка. А с левой стороны это у нас этот, сказали, вот детдом. Да, детский дом. Вот, видите? Вот. А с правой стороны, я просто не знаю, как вам показать. О, видите, это походу школа. По-другому ее никак не назвать. Кстати, вы сейчас спросите, что я несу. Это что за металлический швеллер? Относительно да, это металлический швеллер. Но это швеллер в виде стремянки. Ну, как лесенка небольшая, но она как складная. Вот так, видите? Поставим, я покажу, как она складывается. Уже работал с ней, поэтому я знаю. Вот. Короче. Блять, ну неудобная, сука. Плечо давит, причем конкретно. Сейчас детский дом, короче, отправили под ремонт. Вот. И когда откроют его, еще пока весь неизвестно. Если меня кто-то смотрит из поселка Ныда, я надеюсь, вам понравится. Я не собираюсь ваш поселок обсирать и тому подобное. Он реально прикольный. Он интересный, хоть и маленький, но он интересный. Здесь нету такой вот движухи, как обычно в больших городах. Вот как у нас даже в городе Надыме нет такой движухи. Вот, а здесь вообще тишина и спокойствие. Есть машины, да, детвора 14 лет гоняют. Че, я сдал детвору? Вот. Ладно, погнали.
Вот, если посмотреть, то обычная стремянка. Такая вот, получается, как не с пропилями, а как... Ну, как правильно сказать-то? Типа эти дюбельки. И она просто, видите, поднимает, один край поднимается вверх. Вообще ништяк. Слышу. Да? Да. Пойдет такая стремянка тебе? Конечно. Даже мой волчий скоп надо будет проверить. Ты же понял, что надо. Ну, я понял тебя. Пойдет, конечно. Такое вот отделение полиции. Мы собираемся на четвертой, короче, четвертом перекрытии ставить уже антенну по самому потолок. Надеюсь, все будет классно. Ладно, внутрь снимать не буду, потому что там ничего интересного нету и не будет, поэтому ждите. В общем, вытащили антенну наружу, точнее саму тарелку и крепление для поворота самой тарелки как вверх, так и вниз. Ну, как вверх-вниз получается, лево-право. И сейчас ее потихоньку начинаем собирать. Как правильно сказать, это у нас с товарищем, как говорится, первый опыт. Да, ну, где фокусировка? Во, ништяк. Фиксируем? Все, видеофиксация? Так, не знаю. Чтоб было много чего. Ты YouTube, короче, пошел. Ну да, я же как раз и обозреваю поселок и вот то, что мы, что мы здесь делаем. Мы? Да. Посмотри. Хуйней страдаем. Ну, блин, я не спрашиваю, что ты ночью в кровати делаешь. А, ёпта. Ну? Так, я думал, ты уже с ключами идешь. Спасибо. А, тут есть такая вот коробочка. Интересная. Она очень интересная. Вы просто не представляете, как интересно. Ну, просто интересно. Ну, тут ничего интересного. Да. Короче, будем и собирать, и потихоньку снимать. Короче, вы спросите, почему у нас сейчас антенна дулом кверху. Так нормально? Да. Нет, просто мы ее культурно перевернули. Держи ее, блядь. Я тут лучше внутри, а ты не стоишь. Вот. Короче, да, мы сейчас потихоньку собираем. Мы просто перевернули, чтобы нам нужно было штангу правильно подцепить. Знаете, вот его надо превышить вал, который снимает еще. Кто снимает? Кто снимает? Какая падла снимает? Слышишь? Слышу, блядь. Ну, а чё бы и да? Вот это, короче, там детская площадка с детворой. Тебя позорить не будет. Я ей маткой позалипаю. Короче, почему именно сейчас тарелка у нас находится так? Вот, мы же повесили контейнер из-за этого. Короче, мы повесили тарелку правильно, вот так уж мы сделали. Просто перевернули ее вверх ногами, чтобы можно было нам штангу поставить и закрепить натяжителя. Вот. Короче, мы тут работаем по листочкам, а потому что мы на память вспоминаем, правильно? Да. Ну и сейчас будем сюда вот в отверстие вставлять вот. А это вот что-то видел. Блять, не это.
вот это. Вот эту фигномансию будем сейчас ставить. Эй, слышь. А что, она курящая? А что, она дунет у нас, не? Сейчас мы, получается, вытащили кабель с окна. Ну как, катушку вытащили на улицу, засунули провод в окно. И, блядь, это... Сейчас будем херначить туда. Это все огонь. Да, стоит батончик. Как раз в полумертвом состоянии. Он что-то не заводится. А что не заводится, никто ничего не знает. И не хотят с ним разбираться. Ну да ладно. Это, в принципе, фигня. Стоят такие два штуки вагончики. Прикольненьких. Очень классно. Музыка играет с окна. Вообще огонь. Тема. Люда, Вася, огонь. В общем, вот такая вот у нас звездочка получилась. Мы ее уже затягиваем, протягиваем, короче говоря. Да. Неудобно, когда стоит вот этот самосвал. Как там, УАЗик, не УАЗик, батон, не батон. Решили выйти на перекур. Гребаный в рот, блядь. С 10 часов утра мы, короче, пить не пьем воды вообще, потому что у нас ее нет. Сходили в магазин купить. Но нас культурно послали благим матом, потому что нужна смазка, а смазки у нас нету, и вот как-то так. Вот. Теперь, а уже сколько времени? Уже часа два уже конкретных, да, есть? Уже почти. Тем более, вот звук, да, счастье. 4 часа мы не пили. Вообще ништяк. Ну да. Слушай, не, ну а сейчас нормально идет, я смотрю, да, у нас? Сейчас еще один угол можно, в принципе, попробовать повесить. Да. И попробовать ее повесить. Да нет, еще потихонечку. Думаешь? Ну, а сейчас ее разберем, когда третью сейчас приведем. Да, разбирать ее отсюда никто не... Снять вот эти боковушки и три винта, ёб, ты че? Угораешь? Да никто не с***, ты ее. Голову не делай, ты мне тут голову. Ну я тебе реально говорю, это отсюда никто не заберет. Ты по голове, а? Короче, у нас уже почти вечер. В общем, установили мы всю эту ботву. Причем конкретно установили это, блядь, с криками, матами и тому подобное. Но мы установили все-таки эту дрянь. Вот. Единственный минус, что у нас сейчас нам нужно, это... поднимать и искать лучший шум-сигнал. Сигнал-шум получается, да. Чтоб было качество вообще классное. Так что сейчас покажу. Че, плохой сигнал, да? Ну ладно. Да, ты хочешь, он вообще гуляет. Ну, блядь, он по факту должен гулять. Короче, нам нужно залезть по ходу дела на крышу. Нам не на крышу, надо. Можно сбоку. Сбоку я вижу. Вон он, я залезу, винт достанут еще. Легко почему. Вот. И поднимать вверх. Пробовать поднимать вверх. Да. И гулять так. Эй, гуляй, гуляй, гуляй. Да. Надо заделать вот это говно все. Это так. Дальше тонко настройка не башни. Он нам сказал, что тонко настройка не башни. Стакан, короче, затягивается. А что это сказал? Что это сказал? По поводу воротка. Сейчас стакан. Давай затянем стакан. Короче, сделали мы в конечном итоге интернет. Короче, провод спускается вниз. Идет вон там. А здесь у нас сидит крендель. За кренделем стоит шкаф, который уже спрятан, все уложено. Здесь вот мы тут пытаемся отправить фотографии, которые нужны. Ну, с этого интернет хоть как-то... Мы через телефон работаем, вот чем проблема. Да. Вот. Интернет на телефоне говно, соответственно. Вот, так что... Мы частично уже прибрались, точнее я прибрался, пока мисс второй он сидел за компом. Пока пинали. Ты что ли? Ты точно.
Анатолий. Я уже весь мусор собрал, а ты там до сих пор шарохаешься. Не могу я выглядеть. А, вот, выгляди. Ну, в принципе. Короче говоря, забираем то, что нам нужно, то, что наше, да? Забираем наших орешек. Да, в пожарку. Спать. Пожарку спать, ну, в принципе, можно, я не буду. Надо водки купить. Ай, вот сюда. Да. Че? Все отправилось? Короче говоря, вот на этом у нас участок и, в принципе, и закончился. А, кстати, да, я же забыл показать, как мы пустили 220 на шкаф. Вот, видите, в гофу все спрятано, хрястал выключатель и ушел. Все. А куда он идет, мы не знаем, честно, мы не видели. Мы видели, в щиток он идет, в щиток. Да, в щиток. Он правильно идет, в щиток. Ну да, в принципе. Ну так логично, да, он в щитке. В щитке? Да. Все по закону, по правилам. Короче говоря, он в щитке, да. А щиток там, ну мы туда уже не пойдем. Нормально. Сейчас будет эпический момент, как мы будем поднимать вот эту гребаную тарелку вон туда, на крышу. Да. И товарищ где-то застрял, блин, там. Пиздец. Хорошая лимфота. Крыши смотреть. Пусты, ветер обдувает твои пухленькие щечки, голую задницу и вялый пенис. Дурак. Честно, я дурак. Вот, короче, мы вот посовещались и решили, хотели получать сначала вот скаут, повесить антенну, а потом вдоль крыши, грубо говоря, сейчас покажу, вот сюда вот повесить и потом просверлить отверстие и пустить его вот так, сейчас по крыше вниз в кабинет. Но теперь у нас немножко поменялись планы. Надеюсь, эти планы нам понравятся и начальство тоже. В общем, полезем сейчас в катакомбы. Надо кое-что проверить. Погнали. Ох, ёшки. Ни хрена себе. Ага. Ёба. Ой, вот это да. Сюда сейчас нормальные фонарики посветить бы. Так. Ага. Так. Здесь у нас вот такая вот кабула.
бритва с... Что у нас? Ага. То бишь, можно спокойно, даже грубо говоря, где-то здесь вот начать. Ага. Нет, в углу херачить нельзя. Все никаким боком. Печалька. Конкретная печалька. Иди сюда. Мне? Не охуеть, как видно. Не охуеть, как видно. Смотри. Видишь? Он заземлен, причем полностью. Это водной щит. Это водной он. Да, он заземлен. И, грубо говоря, у нас вот. Охуеть, представь. Слышь? А? Как угадать, где мы находимся? Знаешь как? Я тебе предлагаю вариант. Пики точно легко идущие. Ладно, шуткую. Если без шуток. Вот у нас край здания. Вот он. Плита лежит на краю сам. Рулетка. Раз, два, три. Можно попасть вот сюда прям, между ебаных проскочить. Но не факт, что мы попадем там не туда, куда нужно. Смотри, попадем. Объясню почему. Вот это где-то толщина. Нет, не попадем точно. Ты прав, сука. Знаешь почему? Я в курсе. Вот плита. Потому что оно прям стоит на углу. А? Оно же стоит там прямо на углу. Да, он стоит прямо на углу плиты. Я вижу. Вот так хорошо видно, да, Толя? А то тут лазишь, блядь. Пики точно или хуи дрочен? Выбирай. А ты заебал уже. Короче, смотри, раз. Так, сейчас, подожди. Я соображу. А, это у нас... Где-то у нас стена вот такая. Смотри, вот. Не попадем. Нам надо еще отступить. Вот столько. Точно. И мы попадем вот сюда. Ну, как единственный вариант, тут как бы еще есть розеточка. Вот она, красавица. И скажи, что она еще подключена, блядь. Она, да, подключена. Ебать ты, Люся, блядь. Вот они в ахуе будут, когда увидят такое, блядь. Ну, возможно, они об этом знают. А она подключена. Вот. И ебашить прямо сюда вот. К примеру. Мы угадать нет, мы можем угадать с той стороны помещения. Вот. Расстояние. Отступив всего лишь вот столько. Один швель. Минимум, вот швель толщиной, да? Вот. Отступаем один швель и сверлимся. И мы попадаем вот сюда. Ровно один швеллер. Почему? Потому что больше половины полтора швеллера окажется на стене, блядь. Полтора швеллера. Логично? Ну да. Вот, логично, да? Красавчик скажи, да? Нет. Ты что, сука? Видел? Нет. Вот и все. Мы попадем сюда в любом варианте. А лучочек. Честно, ползешь, блядь. Вот, еще паучек, комарик. Фу-ху. Слушай, тут можем изучать фауну. Короче, вот мы попадем здесь где-то, слышь, будем, смотри. Вот тут. Не факт, что там. Ну, где-то вот, нет, вот где-то вот тут. Я серьезно говорю, где-то вот здесь мы вылезем. Вот где-то на этой, либо на этой плите с краешку. Почему? Потому что помещение вот по плитам можно вылезть. Ну, вот где-то оно здесь и закончится. Оно же не такое большое помещение. Ну, да. Все, сверно вниз тогда. А плита не такая уж и толстая, оказывается. Мы, скорее всего, пройдем. И, кстати, у мужиков есть еще перфоратор мощный.
мощнее, чем наш. Ну ладно, это хорошо. Главное, Сашкин перфоратор не убить, а то на Саша потом изнасилует обоих. Я домой перфоратор. А, да? Я тебя изнасилую. Я не желаю ни как тебя, ни как, ни как Сашу. А? Ни тебя, ни Сашу не желаю. Место ударное для головы, это точно. А в общем, мы пизданули 220. У нас рубы рыбался свет. В общем, весело. Тебе какую плоскую? Короче, мы красавцы. Точнее, я красавец. Ты джекпот выиграл. Да, я выиграл джекпот. Смотрите, это ебало выиграло джекпот. Всем конкретно ебало. Вот это вот. Да, я про это и говорю, ебало. А вот это ебало у нас сейчас стучит молотком по стене. Кстати, там поставил хавчик рез. Пошел ты нахуй со своим хавчиком. В общем, всем привет еще раз. Да. Короче, у меня товарищ немножко, как я не знаю, как это объяснить. Не допирал, так правильно. Кронштейн к стене. Вот. Я нашел единственный выход. И в конечном итоге он согласился, потому что по-другому было вообще никак нельзя. Он хотел взрывать дайвинг, резать там что-то там. Короче, какой-то хуйней заниматься. Но я нашел выход попроще. Он ему понравился в конечном итоге, потому что мы полностью закрутили и затянули. Сейчас будем держать уже тарелку. И осталось только штанги затянуть и параллельные дополнительные трубки. И уже сегодня мы культурно уже повесим ее. На ночь глядя, уже считай, сколько? 10 час. Вот. Как-то вот так. А завтра мы уже, грубо говоря, протянем провода, сделаем все нужные отверстия, развернем, протрелим, где еще все нужно, потому что шкаф у нас уже собран. Это почти уже все готово. Вот. И все ништяк. Я озвучу, дай сюда. Я был не прав, короче, в России. В некоторых вещах ты был прав. Доволен? Я и не говорил, что ты был неправ. Я просто сказал, что моя идея оказалась намного лучше, чем твоя. Так что все ништяк. Я был не прав, тоже. Доволен? Че, сильно протянулось? Моя идея была хорошая. Ну, я в курсе. Посмотрим, как она стоит. Отстоит, типа ночь? Ну, не только ночь. Зимой, не знаю, нет. Откуда мы знаем, как она? Да не, должно быть все хорошо. Короче, у меня фотки нет, я бы вам показал, как мы это сделали. Но относительно я могу завтра вам сфоткать, как это было сделано, и объяснить, что я сделал дальше. Как моя идея заключалась во всей этой херне. Ноу-хау. Короче, ну не ноу-хау, ну блин. Ноу-хау-ноу. Гам-но-хоу. Нет, мы сделали все-таки классно. Че, закидываем? Да, давай. Короче, вот мы в культурно с двоечка повесили антенну. Тарелку. Да. А завтра уже повесим изучатель. Наш гребаный. И все. Останется только провода. Раз, два, зато. Да, и зато я вам покажу, как я все-таки придумал затею, чтобы просто просверлить сайдинг и пробуриться вглубь. И покажу, как это все. Удивительно, но она стоит.
Да, и она держится, кстати. Все-таки дядя Толя голова, да. Да? Хорошо. В общем, хочу показать, где мы сейчас живем. Это получается. Может, часть общаги, может, часть комнаты, хуй его знает. Как хотите, так и воспринимайте. В общем, вы, как вы уже поняли, это центральная дверь. Это как вход, так же самый выход. Да, это офигенный фонарик ночью, без света. Это вообще изумительно, вы просто не представляете. Чаще вешайте себя такие, будет вообще классно. Так, и погнали. Ну, здесь у нас как бы оборудование стоит. Осталось вот провода, который только сделать. Здесь спит у нас Данька. Так, вот он, выключатель. Вот. Здесь спит Данька, Станька. Здесь такой вот паласик. Да, ножки мои грязные, вонючие, потому что, блядь, здесь нормальной воды нету нихуя. Шкафчики, штаны, портянки, короче, оборудование, все, ноутбук и тому подобное. Вот это мы забираем, это нам пригодится. Дальше погнали. Выключаем здесь свет. Да. Вот. Здесь что-то было из оборудования, короче, уже в принципе пустая, просто пустая коробка. Ну, не суть важно. Там тещина комната. Да. Это святая святых. Что, показывай, Данил? Святую святых. Это называется, блядь, ванная. Просто, блядь, ванная. Вот. Холодная вода. Вот, смотрите. Реально, вот холодная вода, да? Смотрим. Я включаю. Ее нету. Ее реально нету. Закрываем. Включаем горячую воду. Та-дам! Вот как-то так. Это вся, это весь напор. Вы не думайте, я никак не увеличиваю и не преуменьшаю. Это реально весь напор воды. С таким бы напором воды вот вода бы набиралась часа два в данную ванну. Ну, блядь, я в ней не помещаюсь. Здесь стоит бочка. Хрен знает, из чего она. Я, конечно, непонятно. Вешалочки, ну это уже я сам. Привет, привет. Погнали дальше. Вот я не знаю. Ладно, покажу. Это то место, куда мы вообще не ходим. Или ходим, но очень-очень редко. Да. Ну или культура поссать. Смываем мы только через наборы. Набираем, берем ведро, наполняем туда воды. Да, мы ждем, когда она сейчас наполнится, а потом уже смываем. Это трешак. Ну это Данька, вы уже всего знаете. Это типа кухня. Ну, в принципе, кухня офигенно, она здоровая. Mm-hmm. Типа мини-чайничек, электроплита. Да. Это за стол, за которым мы едим. Это стул, на котором мы сидим. Ну, там мусорка. О, очередная пачка капчика. О. Что дальше? Это еще одна комната. Тут стоит стол, там провода, кусачки, стулья, две кровати. Мой рабочий ноутбук, за которым я сейчас, в принципе, чуть попозже дополню данное видео туда же, в монтаж, кстати. Вот. Завтра будет уже четвертый день. И вот в до четвертого дня, короче, мне надо будет добавить еще кусок этого видео, как мы здесь живем. Я просто заранее приготовил. Ну тут шторки, не шторки, тюль, не тюль, батарея.
Короче, спим мы вот тут вот. Вот так вот мы здесь, в принципе, отдыхаем чисто ночью. Ну и заходим только перекусить в обед. Так что, если ехать сюда, ну, смотря как и смотря зачем. Мы сюда приехали поработать. Сидеть здесь дома невозможно вообще от сил, от слов совсем. Поэтому лучше здесь работать. Мы только в 10 часов сводились. Пару дней подряд мы работаем до 10 часов. Да, мы вчера до 3 часов отработали, потому что вчера мы все сделали на полиции. Сегодня вот первый день мы работаем на пожарной части. Завтра будет второй день на пожарной части. И в понедельник мы уже обратно, как говорится, в наш светлый город на дым. Но здесь замечательно, здесь одно, здесь тихо, здесь очень тихо. Здесь не ездят машины под окнами, не жужжат, не орет музыка. О, это просто рай небесный, вот честно вам скажу. А так, в основном здесь делать нет. Как-то так. Ладненько, все, всем до завтра, а мы на боковую. Ну и все-таки финальный результат. Все аккуратненько ушло. Все еще классно. Добиваем последние шажки с проводом. Он в гофре аккуратненько все по красоте. Ну, липота. Делаю спецы высшего класса. Реально спецы. Да, хуй его знает каким разрядом. 95. Сотка. Сотый разряд по-любому. И у нас осталось одеть светоотражатель, короче, голову. Ну, отдача, приемник отдача, короче говоря. И радоваться жизни можно. Ну, это мелочи. Мелочи, блядь. Ну, относительно, но мелочи. Ну, ты попрыгаешь. Я тебя сюда отправлю. Не, я за компом буду сидеть. Пошел, пизду. Ставь сюда, пожалуйста. Да, по-любому. Вообще 6 часов. У нас не заводится оборудование. Короче. Сигнал подключен. Ну, отдача не дает. Поэтому. Начал работать, все прекрасно, чтобы мы могли все протестировать, все. А вот
что с этим инжектором питания будет делать, будет просто не делать. Ну, сейчас еще посмотрим, может, все-таки, если его побить молотком, и он запустится, то будет превосходно. Но на данный момент пока мыслей вообще никаких нету. Кстати, да, интернет мы проверили, спутник мы уже настроили, все отлично, все отрегулировали, все попроворачивали, в общем, все супер. Так что можно сегодня, грубо говоря, готовиться к вылету потихоньку на завтра. А, ну да, еще да, стал бумажки подписать. Так что у нас еще сегодня дел уйма. Да, и мы сидим без сигарет. Кстати, купили еще 2 пачки сигарет, дали 340 рублей. Обалдеть. Ребята, не курите, вот честно. Вот реально, не курите. Да. Короче, сегодня у нас все, мы все закончили. Сегодня мы вылетаем в дым. Ёбаный последний 5-й день вообще классно. С одной стороны хорошо поработали, с другой стороны могли бы лучше. Но мы бахуем. Да, но мы бахуем. От того, что нам нужно... Короче, у нас... Конечно, ноги у нас вышло, блядь, 2 дня на объект. Это край вот. Реально, 2 дня мы ебались с 2 объектами. Сначала 1 день, 2 дня с одним объектом, потом 2 дня с другим объектом. Но мы справились. Задачи, заложенные задачи сделали, справились, мы молодцы. Вылетаем теперь на дым. Да. Пацаны справляются быстрее. Знаешь, сколько пацанами их делают? Мы лохи с тобой. Одного делают за... Я уже спрашивал. Говорит, 1.5 дня это прям пиздец край одного. Мы лохи. Мы лохи, да. Но это какой-никакой, но есть опыт уже. Ну, так извините, но есть опыт. Да. Уже закрытыми глазами охуели. Ну, логично. Как-то вот так вот, ребята. Ну, дорогу мы один хрен покажем. Надеюсь, покажем. Надеюсь. Да. Ну и вертушку тоже покажем. Короче, приезжали с хуя туча сумками, пакетами. Уезжаем. Ну, что у нас получается? 2 коробчонки. 1 коробка. Ну, да. 1 коробка получается, удлинитель, 2 рюкзака на плечи, сумка с ноутбуком, ну и 2 заземления. Как-то так. Все, погнали.
Вот, как говорится, мы уже в аэропорту почти Ланыда. Это пипец. Иди нафиг. Да. Сейчас. Там у нас находится площадка вертолетная. До туда нам еще топать. Как она прибудет. У нас перегруз. Сколько она включается? 13. Да, 13 килограмм. Данилка говорит, что это в районе 500 рублей. Репчинских. У меня есть белорусских. Ой, не белорусских. И не китайских. Да они, у меня вообще денег нету. Вообще бомж. Он просто бомж. Я только что это сказал. Ну я снимаю. Бич. Ну, very beach. Хороший beach.